На многих улицах Барнаула пуховый ковер, которому очень радуются, пожалуй, только дети. Взрослые отмахиваются, тру глаза, чихают. Но хуже всего аллергикам. Для них пух – настоящее испытание. Раньше я испытывал, с такой проблемой сталкивался. Где-то в районе конца июня, начале июля. Сейчас же из-за ранней весны полетел пух. Наша, кстати, администрация как-то обрезала тополя, было попроще. Сейчас даже в машине едешь, пух залетает, естественно, со всеми вытекающими. Температура пограничная такая, 37 с копейками. И насморк. Хочется умереть, что ли. Пьет таблетки, так и спасается. К счастью для него, период аллергической вспышки достаточно короткий. Но сам ли пух становится причиной аллергии? Или он только переносчик? По словам доктора Хабарова, жителям нашего края повезло, потому что у нас только один период цветения тополя, в отличие от жарких стран. Да и аллергию вызывает не пух. Они страдают от пыльцы, причем пыльца – это сейчас отцветают деревья и начали цвести злаковые травы. Пух пыльцой не является, он является средством, которое пыльцу транспортирует. Последние несколько лет в связи с повышением температуры, с изменением климата, с увеличением концентрации углекислого газа стал более тяжелый вид пыленоса. И из-за того, что эти белки пыльцы меняются, они становятся их, во-первых, больше, во-вторых, они более агрессивны. Но почему пуха так много именно в мае 2020-го? Барнаульцы помнят, что несколько лет назад почти все тополя на проспекте Ленина срубили. Биолог Дмитрий Золотов рассказывает, что такое обильное цветение тополя связано в первую очередь с теплой весной. Но здесь несколько причин. Во-первых, в свое время сажали мужские особи, которые вегетативным путем размножали, они тычинки, то есть они пух не образуют. Но со временем, с обрезкой тополей, получилось так, что они поменяли пол и превратились в женские экземпляры. И стало больше пуха. Плюс этот год, он аномально теплый, как вы знаете, весна очень ранняя, очень теплая. И в связи с этим намного раньше этот пух полетел. К счастью для аллергиков, накануне сугробы из пуха прибило дождем. Защитить лицо от того, что осталось, помогут очки и обязательный этой весной атрибут. Носить маску, конечно, сомнительное удовольствие, потому что, допустим, такой очкарик, как я, когда ее носит, то стекла начинают запотевать, мало приятного, и вообще. Но в это время года у маски есть один несомненный плюс. Она задерживает тополиный пух, не приходится его постоянно смахивать с лица, с носа. Все остается на маске. И в заключении. Напомним, что тополиный пух легко воспламеняется. Стоит быть очень осторожным с огнем вблизи пуховых полей. Вот что может случиться, если этим пренебречь. Никита Ермаков, Андрей Печоркин. День с толком.